Выбор девушки. К одной девушке сватались два молодых человека. Один из них был богатый, другой бедный. Девушка не знала, кому из них отдать предпочтение. Переоделась она в мужскую одежду, оседлала коня и приехала во двор богатого жениха. «Я прибыл из дальнего села и собираюсь в набег. Мне нужен товарищ», — сказала переодетая девушка богачу. «Я не могу с тобой ехать», — ответил богач. Тогда она поехала с этой же просьбой ко двору бедняка. Тот сразу согласился. Он оделся в чистую одежду и приготовился в дорогу. В пути переодетая девушка спросила бедняка: «Почему ты перед дорогой надел чистую одежду?» «Неизвестно, останемся ли мы живыми, вернемся ли обратно, поэтому я надел чистую одежду, чтобы достойно принять смерть». Тогда девушка открыла свой секрет и сказала ему: «Я хотела проверить, кто из вас мужественнее. Я выхожу за тебя замуж». «Если девушка выходит за меня замуж, лишь проверив, насколько я мужествен, то я настолько горд, что не женюсь на ней», — ответил бедняк.